У нас поющий молодой человек? Да. Раз, два, пять. Не давай, я видел тебя. Иди сюда. У тебя самое главное — это камера теперь. Вот это прям то, что тебя должно волновать больше всего. Сейчас мне очень громко микрофон. Говоришь, как себя зовут, имя, фамилия, сколько тебе полных лет и дата твоего рождения, число, месяц, год. Меня зовут Межов Павел Алексеевич. Мне 11 лет. Я родился 4 августа 2000 года. Ты у нас из города... Новоуральск. И представляешь, соответственно, ВХК, правильно? Да. Молодец. Что нам петь будешь? Я спою вам английскую песню. Поет ее певец британский Джо Роберт Кокер. My Father's Son. Давай, тетка, давай запевай, короче говоря. Мы сейчас с тобой разберемся. Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he told me one day that somebody's have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind that never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, never run away. Heart over mine, yes, I'm my father's son. Давай, стоп, фонограмм, на самом деле, давай микрофон отдавай мне, ты без него вообще шикарно справляешься. Давай еще припевчик, разик прямо, без микрофона. Давай, пой, без микрофона, без фонограмма. Припев, да? Да. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay and never run away. На русском сегодня? На русском? Да. Современное желание. Современное? Да. Ой, ну у меня... Хорошо. На груди у земли солнцем ранним согретой вновь цветы расцвели, весна рядышком где-то. И разбив тишину в небесах птичья стая, на крылах к нам весну принесла, изумляя. Ничего себе современное. Это кто у нас поет такое? Ой, это я не знаю. Это кто-то поет? Какой-то дядя или какой-то тетя? Ой, это я не знаю. Какая-то тетя или какой-то дядя? Поет? Он у меня на флешке. Отлично. Слушай, давай-ка мы с тобой стихи расскажем. А. Давай. Сочинил поэт Муса Джалиль. Угу. Татарский поэт. Называется Блоха. Давай. Однажды взял я под руку подругу и на берег пошел гулять я с ней. Нетрудно догадаться, что друг другу, чем дальше, прижимались мы тесней. Ох, сердце у меня рвалось на части! И вдруг подруга обняла меня. Так вот оно, мое слепое счастье! И я дождался радостного дня. Спасибо тебе, дорогой. Давай, знаешь что, да, блоху изобрази. Сумеешь ли изобразить блоху? Блоху? Да. Блоха отпивается. Что, по-моему, нам еще надо изобразить? Или мы сдать сегодня? Давай с ней буду чего. А со словами? Ну да, как она? Здравствуйте, детишки! Здравствуйте, детишки!
Хотите ли вы Новый год встречать? Хотите? Новый год – это время чудес. Чудеса случаются в этот прекрасный праздник. А кого надо позвать? А позвать нам надо Дедушку Мороза. Ну-ка все вместе позовем Дедушку Мороза. А теперь ты Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. А теперь ты Дедушка Мороз, ты вышел, тебя дозвали. О, здравствуйте, детишки. Что, хотите подарков? Вы любите справлять Новый год. Как вам Снегурочка сказала, Новый год – это время чудес. Слушай, скажи мне, милый ребенок, ты очень такой активный товарищ в школе, я правильно понимаю? Да. Очень? Учителя не ругают? Нет. По поведению тебя что? У меня хорошее поведение. Хорошее поведение. А по-английскому? По-английскому? 5? 5. Подскажи себе на английском. Oh. Hello, my name is Pasha, I'm 11. I live in Novouralsk. I have got a lovely family. Mother, father, brother, aunt and grandmother. I love them very much. А что касается твоего хобби? My hobby is singing songs. Это мы поняли. А еще? I like reading books. What about dancing? My hobby. Do you like dance? Yes. Давайте музычку поставим и посмотрим, как ты у нас любишь танцевать. И прямо танцуешь, как знаешь. On the streets when getting the groceries, not for real, are you kidding me? No wonder there's panic in the street, I mean, please. Спасибо, Паш, скажи мне, пожалуйста, а ты вот давно занимаешься творчеством, всем этим делами? На английском, да? Не, на русском. Ну, я как бы, как сказать, я только свой талант открыл во втором классе, и я а вот... в каком? А? А сейчас ты в каком? В пятом классе. В три года. То есть это было очень давно. Три года со дня открытия таланта произошло. Ну, я хожу в хор «Пластиль». Это в 57-й школе у нас на Уральске. Ага. Вот я там занимаюсь только год. А что это такое? Это коллектив. Угу. Образцовый коллектив, школа номер 57. Где поют, да? Да, да, и танцуют. А театром не увлекался? Театром? Да. Ну, бывало иногда. А да, вообще это такое театральное. Театральное? Да. Ой, театральное. Как понять? Ну, я не знаю. Ты актер театра. Покажи нам что-нибудь. Ну, провели молодого человека. Давай еще задание какое-нибудь дадим все. Давай. Ну, изобрази нам Чарли Чаплина. Чарли Чаплина? Ну да, помнишь, котелок. Это тросточка, да? Да. Ага. Слушай, спасибо, Паш. Ну, вопросы еще не имеем какие-то? Нет. Спасибо огромное тебе. Надеюсь, мы увидимся летом с тобой. Спасибо. Давай.